Привет! Сегодня готовлю салат с красной рыбой «Мозаика». Ингредиентов минимум, а вкусно очень. Хоть на каждый день, хоть на праздничный стол. Итак, приступаем. Рыбу красную отварим. Я отвариваю так. Воду подсаливаю, довожу до кипения, опускаю красную рыбу, у меня весом 300 грамм, и варю 15 минут на небольшом огне. Затем, когда рыба сварится, вынимаю и даю ей остыть. За это время отварим яйца. Отварные яйца очищаем от скорлупы и порежем кубиками. Как рыба остынет, убираем косточки. Разбираем руками на волокна. Маринованный огурец разрежем соломкой. Если огурцы у вас слишком кислые, из-за уксуса не расстраивайтесь, можно их реанимировать. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Оставьте банку на несколько часов. А теперь доставайте, кислота с них ушла. Собираем салат. В миску кладем яйца, отварную рыбу, маринованные огурцы. Теперь добавляем репчатый лук. Нужно его порезать очень тонкой соломкой. Я это делаю при помощи овощечистки. Получаются вот такие дольки, тонкие. По желанию добавляем зелень и укропа. У меня не все любят укроп, поэтому сегодня я укроп не добавляю. Заправляем майонезом, перемешиваем, салат готов. Кстати, хочу рассказать вам способ, как сэкономить на покупке продуктов Пятерочки и Перекрестке до 5000 рублей в месяц. Для этого нужно подключить подписку в пакет за 1 рубль по промокоду 79999. Ссылку я оставлю в описании под видео. Сейчас я расскажу, как это работает. К примеру, если вы купите в Пятерочке или Перекрестке продукты на ужин на 1000 рублей, кэшбэк будет 5%, равно 50 рублей. Если такие покупки происходят, например, через день, выгода за месяц составит 750 рублей. За разные виды покупок можно накопить еще больше баллов, например, за стакан кофе кэшбэк 50%, на свежую выпечку и готовую еду кэшбэк 20%. Кэшбэк начисляется баллами на карту магазина, затем ими можно оплачивать покупки. Я часто заказываю продукты онлайн, а благодаря подписке я экономлю на доставке, так как доставка бесплатная. Стоимость подписки пакета 1 рубль за 1 месяц. Оцените выгоду сами, если не понравится, вы всегда сможете отказаться. Подписка окупается, даже если вы совершите одну любую покупку в Пятерочке или Перекрестке, или за одну бронь отеля через Яндекс.Путешествия. Под видео я оставлю подробный список всех бонусов. Готовый салат перекладываем в салатник и подаем к столу. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!